Хари Кришна, примите мои поклоны, вся слава Шрили Прабхупаде. Меня зовут Нарайани Девидаси, я из России. В СКМ я уже около полутора лет. В августе 2021 года я получила инициацию у Шрилы Прабхупады по системе ритвиков через его милость Сундар Гопала Прабу. Я хочу выразить слова благодарности Сундар Гопалу Прабу за то, что он сам вот уже более 40 лет строго следует наставлениям Шрилы Прабхупады и вдохновляет каждого из нас на служение своим личным примером. Сегодня, благодаря смелости учеников Шрилы Прабхупады, в частности Сундар Гопала Прабу, ритвическая система имеет место не просто быть, но и развиваться довольно успешно. International Шри Кришна Мандир – это организация, в которую входят как независимые центры, так и общины более чем в 12 странах мира. И несмотря на то, что так географически разбросаны они продолжают сотрудничать друг с другом, дружить и поддерживать друг друга. И я очень счастлива, что я являюсь частью этой большой международной семьи. Здесь я получаю поддержку, защиту, заботу и черпаю как вдохновение, так и учусь жить, практикуя сознание Кришны в большой дружной семье. Сундар Гопал Прабу очень серьезный, опытный и квалифицированный старший преданный. Его поддержка, его наставления, его помощь, они всегда актуальны, востребованы. И, как правило, они приносят те результаты, которые самым благоприятным образом сказываются на духовной жизни каждого. И это происходит лишь по одной причине. Сундар Гопал Прабу никогда в своих наставлениях, советах, он никогда не опирается на свое собственное видение, свое собственное мнение. В любой ситуации, в любой проблеме он опирается на шастры и на то, как это видел и хотел видеть Шрила Прабхупада. Другие старшие преданные, я не хочу сейчас называть кого-то отдельно или выделять, они придерживаются тех же принципов. И также я хочу выразить благодарность за то, что есть возможность всегда обратиться за разъяснением, за поддержкой и получить авторитетную, квалифицированную помощь и ответы в той или иной ситуации. И это могут быть любые ситуации, от каких-то индивидуальных противоречий в практике до каких-то организационных моментов и межличностных отношений. То есть всегда старшие преданные, они придут на помощь, всегда сами демонстрируют вот такое открытое доверительное поведение. И это очень ценные моменты, которые я ценю в СКМ, как в организации. Преданные в СКМ, несмотря на то, что нас разделяют города и страны, очень дружны и очень внимательны друг к другу. И вот я хочу сказать, что все самые лучшие побуждения в отношении служения я черпаю только через общение с преданными. Это невозможно описать и как-то сымитировать, потому что такая доверительная атмосфера, она либо есть, либо ее нет. И вот за себя хочу сказать, что я имею очень сложную природу, в принципе, как и большинство из нас, очень противоречивую, и порой мне нелегко дается открытость и доверие. Но вот за те полтора года, что я нахожусь в СКМ, я хочу сказать, что я реально пришла к выводу о том, что все-таки существует возможность
жить одной большой семьей и в то же время находиться открытой, открывать свой ум, открывать свое сердце преданным и не бояться, что тебя где-то подставят, не поймут, используют или не заметят. То есть всегда, когда бы я не обратилась со своей просьбой или проблемой, за эти полтора года они всегда решались. И, как правило, именно такой позитивный опыт, он помогает, очень помогает в духовной практике. Хочу сказать огромное спасибо вам, преданные, за то, что вы есть, и за то, что позволяете мне быть среди вас, за то, что терпите меня. И я надеюсь, что я тоже смогу быть вам полезной.